Привет, ребята, как бодрость духа. Сегодня у нас воскресенье, выходной день. И вы вместе с нами идете на чемпионат по... Так это что у нас получается? Почти World американский Cup. Футбол? No. Как World это? World Cup. Как? World Cup. World Cup. А, ну, понятно. Да. Да, мировой чемпионат по... Soccer. По soccer. Ребята, и начинаем... Команда детей против команды родителей. Вбрасывание. Оп. Это меня прям... Родители делают, вырываются вперед. 1-0. Отлично. Погнали. Вбрасывание. Вылетело. Это считается? Не считается. 2-0. Дети, дети, дети. Где болельщики, дети? Почему они... Не болит за свою команду. Блин! Антон должен болеть. Только Саша начал болеть и сразу 2-1. Но он болеет. Только тише, только не так сильно. Короче, Сашка начал болеть 2-1 в пользу родителей. Ну я болю. Не пугай меня. Прямое пробивание. Ай-яй-яй. На. Ага. Ой, я не понял. Из, прямо из правого дальнего угла, прямо можно сказать, в девятку. Папа забивает Антону и сбрасывает. Нет, это я не было честно. Понял вообще. Это было очень много на моей стороне. Нормально. Так, это получается нет. Сколько? 3-2? Ну, прелесть это считается. Конечно, считается. Какой счет? 3-2 или какой? Да, 3-2. Я забил 3. Да. Я забил 2. Оп. Я знаю, что ты сделаешь. Приготовиться к вбрасыванию. Блин, ну так же нельзя вбрасывать. 3-3. Блин, дети начинают наезжать. Я так красиво вбрасываю, блин, а ты мне красиво за это забиваешь, что ли? Да. Я такой хороший вбрасываю. Нет. Тук. Пук. Это был пух. Ну, нельзя помогать. Она бы не зашла. Поэтому нельзя помогать. И сейчас мы еще одну сделаем девятку. Не-не-не-не-не-не. Есть. Это мне пугает. Итак, счет становится 4-3. Папа вырывается вперед. Это очень плохо. Отлично, отлично. Окей, отлично. Ты, не нет, будет. Так твое вбрасывание тебе забили. А ты какой? Какой ты? 4-4. Очень жесткая борьба и напряженная. Так, вбрасывание со стороны родителей. Ему 2. Двойной прострел, и все мимо. Ну, нет, нет. Блин. Дети вырываются. Дети вырываются. Дети отрываются. 5-4. Я даже не знаю, как реакт. Не надо спать за столом. Не надо спать, ребята. 5-5. Очень напряженная борьба. Так, короче, блин. 6-5. 6-5, сбрасывание. Папа вбрасывает крученый. Ёлки-палки. На. 4-2. Вот это был просто шикарный гол с передачей. 7-6 я вырываюсь, да? Папочка, нет. 8-6. Мы до 9 играем, да? Отлично. Ну тут даже мне играть не пришлось. Забил сам себе. 9-6, да? 10-6. Второй тайм. По нулям. В первом тайме победила команда родителей. Ну, помоги ему.
Нет, помоги ему. Я просто ждал до момента. Я понял. На. Я не понимаю. К сожалению, дети... 1-0 вырываются вперед. Здравствуйте. Я не понял. Зато я разобрался. Приготовься. На. Нет. Да. Нет. Нет. Да. Нет. Да, как-то игра становится горячей. Очень горячей. Очень горяченькой. А что ж такое? А что ж такое? Он вырывается вперед. Плохо. Расскажите мне. Как же отлично! 1-1! В упорнейшей борьбе прошел этот мяч. Очень долго мы его крутили. Очень долго мы его мутили. Что ж такое? Что же такие длинные розыгрыши стали? 2-1, дети впереди. Выбрасывают родители. Ребята, кто за кого болеет? Команда синих выигрывает. Синий — это, наверное, Минская Динамо. А в красном — Московский Спартак или кто там? Мы не футболисты, не знаем. Еще раз скажите, кто закончит про этот сахар после этого раунда. Делайте ставки. Делайте ставки. Счет пока... Отлично, отлично, отлично. Счет по 2-2. Второму тайму сколько? 2-2. А по таймам 1-0 я впереди. Блин. Как это называется? Короче, мяч вылетел за пределы поля. Вбрасывание в поле. Блин, нам нужен комментатор, Сережа. У нас что-то с комментатором слабо. Не получилось? А как не получилось? Как-то не получилось. Не получилось. Не получилось ударить, ничего. Так. Ой, я даже не ждал. Ай-яй-яй-яй. На. Защита, защита, работает защита. Есть, 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 есть. Счет становится 3-2. Блин, как-то становится жарко не только на поле, но и под майкой. Не понял. Не понял, счет становится 3-3. Вбрасывание. Красиво я вбрасываю, красиво, да? Да, твои. Нет, нет, нет. Ну что же такое? Красная команда что-то не может по мячу попасть даже. Нет, так нечестно. Вот так вот, вот так играют настоящие футболисты Минского Динамо. Если я бы ударил его сильнее. Я не знаю даже. Я не понял. Вот что будет, когда мы получим карту? Ну, я просто подставил ногу. Просто подставил ногу. Просто бум. Я не имею времени, чтобы сделать... Зачем ты себя сам себе забиваешь? Я случайно. Итого счет? 6-3. Да. Нет, ты хотел сам себе забить? Лови. Нет. Забивай, добивай. Защита. Давай. Нападение работает. Нападение работает, а защита не работает. Сейчас что-нибудь сработает. А не тут что было? Вот так вот, опять из правого дальнего угла в левый верхний угол. Попробуешь играть? Конечно, сейчас попробую, Зайка.
После этого тайма. Да. А как ты думал? Не надо спать на поле, не надо спать. Защита блокирует, нападение блокирует. Что это? Что это было? Что это было? Кто это был? Кто тут на наши ворота наезжает? Кто тут наезжает на наши... Нет, как же? Саша, не надо, не надо трогать камеру, все хорошо. 7-3. У меня очень 7-4, большой... 7-4, то есть. 7-4, у меня очень много шансов закончить этот матч с победой. И уйти чемпионом. Это просто красавец. От угла в угол. 8-4. Это просто какая-то ракета. Нет. Какая-то ракета просто. Я жду на момент, потом. Да. Саша, не трогай телефон, зай. Зачем ты телефон? Есть. Вот, вот просто красавца 9-метрового прямо завалил. Все? Так, теперь команда родителей победила. Сейчас играют девочки против мальчиков. Ты против меня или против Антоши? Против папы, давай. А можно против меня? Против тебя? Давай. Саша, Зайка, отходи, пожалуйста. Ребята, извините, пожалуйста, Сашка не может разминуться с телефоном, поэтому он немножко встряхнул этот матч. Давай, давай, Саша, готов. Вы имеете два тайма, вот я Да, я буду Саше помогать. Нет, нельзя, но я так можно. Давай, Саша, не бей себе. Отлично, отлично. Только это наше. В другую сторону, Саша. Я знаю, я стараюсь, Саша, сделать. Зад! Пап, я буду стараться не попасть. Да, ты старайся не попасть. Честно, у меня Саша, у меня работает защита. Ну, а ты возьми Антошку в помощь. А то не будет. Меня гол. Да, тут игра вообще на призом становится. Молодец, Саша. Отлично, отлично. Лови. Лови. Саша, Саша, ты выбиваешь. Красиво. Молодец, Саша красиво выбивает. Антоша сейчас хочет сам себе забить. Так не получилось. Вот он, вот он, вот он. 1-0. Честно, ты знаешь, что больше делать, чем мама. Как, что больше? Что я знаю, Зайка? Просто вы сами себе хотели забить. Саша, защита. Работай, работай. Пошел. Давай, молодец. Хороший пас. Красивый пас. Тише, тише, тише. Красивый пас. Как-то игра стала более оживленная, когда стали играть в четыре руки. Саша, Саша, ты красавчик. Нет. 2-0. Саша, не трогай телефон. Саша просто красавчик. Пошел. Вот это пробиван неожиданный. Вот это проход. Это что такое, Саша, защита? Включайся. Открывайся, защитник. Саша, ты проспал. Ты же... Саша, спит, Саша. Ты проспал наши ворота. Это было легко. Так, а что по счету? 1-3. А, так мы выиграем, Саша. Красота. Держи ворота. Оп, Саша просто... Все, 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 все хорошо. Ты главное ворота держи. Опусти футболистов. Бей. Отлично, наши пошли. Наши пошли. Где мяч? Отлично, наши пошли в нападение. Нет, ты. Антоном. Антон, дырка. Да-да, защ... Работает. Давай, Сашка, выпей по нему, другим. Красивый пас. Вот с красивого Сашкиного паса центральный нападающий забил просто вот в ворота и все. Нет, это не я туплю, это все. Тише, никто не тупит, все играют так, как умеют. И тут вот просто сильный игрок подошел. Сашка, нас пробивают. Молодец, молодец. Вообще быстро выйдут.
Это что за недотятел такой стоит у меня на дороге? Ну! Сашкин полузащитник просто завалил к вам в ворота этот мяч. Положите лайк до нас, пожалуйста. Нет, лайк, лайк. Он просто завалил в эти ворота и все, как в дырку какую-то. Молодец, Сашка, давай. Саша, спасибо. Папа, Саша на нас наезжает. У тебя пояса, не надо пояса. На нас наезжает. Я хочу давай. На а, нет, стать. Ты не можешь, когда тебе забьем. Сейчас мы ложим, давай. Нет, давай, нет. Давай. Я все по честности, Катарина, так нельзя делать. Я все по честности. Ну, вот так. Да! Вот теперь ты можешь положить. Отвожу. Сашка, мы... Ой, извини, не забьем. Мы их слегка так поднадзираем, да? Давай. Мяч. Это легко. Только я не знаю, что я сделаю. Что ты сделаешь? Ты хочешь себе больше бить от меня? Нет, давай. Конечно. Давай. Саша, что, Саша. Да, Саша. Нет, Саша. Да. Саша, другую, зачем ты тем крутишь? Я тут крути не на себя, а вот себя. Вот так вот, лучше не крути нашего рода. Давай, сделай это, Сашка, молодец. А тут вот подуха такая прилетела. Эй! Ты меня я не понял, пробили, Саша, защита, Саша. Саша, нельзя плохать. Ну, за голову взял. Ну, так нельзя делать. Саша, я маленькому можно, маленькому. Нет, нельзя. Дайте ударить. Дайте же ударить. Нет. Где? Саша, аккуратно. Саша, аккуратно. Саша. Папа, шашлики какого? Саша. И тут вот такой прострел из центра поля. Есть. Это был хороший прострел, хорошая подача полному нападающему. Да, нападающему. Я уже Саша. А то он палец. Саша. Я есть. Я не понял, это как этот мяч залетел в наши ворота. Как вы на нас нападаете? 3-7. Пози, у кого 7? У нас 7. Что-то мне кажется, у нас 7 было уже давно. Нет, папа, это просто у тебя плохая мемори. Мемори у меня плохая. Саша, покажем им мемори настоящую. Давай. Молодец, Сашка, красавчик. А то не спи. Я думаю, это вы чуть-чуть. Папа, хватит. Полузащитник Антонов завалил мяч в наши ворота. Это удар под дых. Итого счет 7-4. Да. Вбрасывай. Я с вами медленно хочу там выйти от дыки. Итого 8-4, Сашка, 8-4. Хорошее сбрасывание в нашу пользу. А в нашу пользу. Ну давайте, кидайте нам. Это хорошее дело. Ты мне пас дала, мне кажется. Это был хороший пас, но я промахнулся. Сашка передал мне пас. Смотри. На, подвинуть. Хороший. Саша хорошую защиту делает. Давай. Хорошая защита. Мальчик мой. Так, счет становится 8-7. Саша, они нас как-то хотят сделать. Защитник работает.
Саша, они как-то напали на нас. Выбить. Папа, я работаю мозгами. Давай, бей. Ты работаешь мозгами, но в футболе надо работать ногами. Не, ну мозгами тоже. О! Нет! 9-7. Антон решил помочь нашей команде. Итак, одно очко отделяет нас от победы. Вбрасывание. Ну что же, что такое? Такое? Давай, Сашка, давай. 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 Но все равно мы уже выиграли. Нет. Нет, Саша, мы одно очко должны еще выиграть. Еще они могут... 9-8, они нас догоняют. Попачу, ты никогда не гонишь, мама, забей. Да. Надо стараться, Сашка, мы еще долетят победы. Что мы Нельзя вот так. Так, очень решающий мяч. Очень решающий. Саша, Саша, соберись. Я Саша, 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 соберись. Рисайки. Молодец, Саша. Катерина может так сильно забить, сейчас мяч иду. Молодец, Саша. Почему заистать нелегко? Есть! А то мягкая! Вот она победа! Ребята! Нет, что ты имеешь? Вот она победа. Мы победили в очень тяжелой борьбе. Теперь я здесь. На этом футбольный матч заканчивается. Не, и Соня. Итак, ребята, наш плей-влог продолжается. В общем, пока команда раскладывает шары, я вам хочу рассказать историю возникновения этой игрушки. Однажды на Новый год к нам пришел Дед Мороз, или вернее даже не так. Однажды мы проснулись на Рождество, а под елкой стоит вот такой прекрасный игровой стол, который нам принес Дед Мороз, да. Он, правда, его принес в разобранном виде. Так, давай, Антошечка, я поставлю. Теперь вот дай. Принес нам игровой стол в разобранном виде. Вот, мы его собрали аккуратненько. Если бы мы тогда вели наш канал, мы бы обязательно записали это. Ну, может быть, мы сделаем какой-нибудь видосик из фоточек. В общем, Дед Мороз притащил вот такой игровой стол. На нем можно играть в футбол, на нем можно играть в бильярд, на нем можно играть в настольный теннис и... Саш, не делай так, зайка. И на нем можно играть в воздушный хоккей или футбол, да? Ну, они называют воздушный хоккей. Да. По-английски будет призываться. Угу. А по-русски я вообще не знаю. Вот. Ну, здорово, Катаринка. Мы вообще-то записываем видео. Это наше семейство с детской стороны разболелось и ведет себя некультурно. Вот поэтому простите. Вот, значит, в бильярд мы играем следующим образом. У нас правила одни. Кто забил, тот играет дальше. Просто забиваем и забиваем. Не смотрим там черный, красный, голубой. Выбирай себе любой. Черный мы забиваем последний, да? Да. Да, белый забивать нельзя. То, что выпало, то надо доставать. Давай. Надо новый доставать. В общем, я забил пару шариков сразу. Сколько я забил? Один забил. Четыре. Два забил. Три. Три забил. И поэтому я продолжаю играть. Сейчас, ну, я сейчас, так давно в этом... сейчас мы просто разгоним шар. Опять? Белый закатился, значит, один доставаем. Достаем. И моя? И ударяет Антошка. А там на специального места? Отлично, вошел. Окей. Немножечко не вошел. Давайте попробую я этот забить. Можно, это будет несложно. Мы его просто чуть-чуть подтолкнем. Сейчас мы попробуем. Антоша, посмотри, там вообще видно, во что мы играем? И как мы играем? Нет. Еще один вошел. Сейчас хочу красный забить вот сюда. Это, конечно, маловероятно, но мы попробуем, да? Угу. Мы попробуем вот так вот. Да ну, ладно. Чуть-чуть я промахнулся. Как?
Антошечка. Стол не тряси. Катарина, зайка, я это шутя. Камера. Смотри под ноги. Птичка okay. моя. Что у меня под ног? А то растопчешь наш okay. видеоблог. Катарина, ну что ты делаешь, зайка? Сейчас. Оп! Это чисто халява, я просто разбивал. Ну а сейчас буду тогда забивать потихоньку. Пум! Пошел. Я бы разбил ту группу. Группу. Это сейчас я, ребята, извините. Блин, ну не это самое, непривычно. Штатив стоит, да? Ага. Так, разгоняем. Разгоняем, и Антоша будет забивать. Надеемся. В следующий раз мы постараемся сделать так, чтобы штатив как-то стоял. Нет, я шучу. И больше вам поля показывал. Вот, наверное, это более удобная позиция для штатива. Так, ну это наш первый игральный влог. Может быть, он будет и последний, может быть, нет. Просто решили поиграть если вместе с вами. Если вы захотите еще один или заходите, то тогда положите лайки и скажите в комментах, что вы хотите больше. Да, во что нам больше играть или как нам играть. Вот. Mm. Оп, пошел один. Так, вот отсюда я один достану, потому что мне будет неудобно забивать. Mm-hmm. Так, ну давайте я вот сейчас вот просто разобью вот эти, потому что ничего себе, я его разбил красиво. Это чисто халява, ребята. Иногда бывает. Иногда вообще стараюсь интересно забивать. Вот. А иногда бывает так вот раз и халява какая-то, да? Сама по себе закатилась. Вот видите, и не получилось. Ладно. Сейчас нам тоже покажет. О, нет, там черный. Черный не забиваем. Ну попробуй зеленку. Да, хорошо, что ты попал. Хорошо, что ты попал. Ну, если там первая в линии была черная, потом последняя была красная, мячик. Тогда попался удар. Лампочка, тебя там просто. Один пошел. Так, черный нам мешает, да? Да, чуть-чуть. Поэтому мы эти будем, выбивать и разбивать. Ну-ка, это же сейчас я рискую. И да, рискую. Ты рисковал? Ну давай я их отсюда выбью. Угу, давай. Я знаю, как их отсюда выбить. Может быть, я даже не забью черный. Может быть, но это версия. Вот сейчас вот так вот сделаем от борта. О, да. Я забил черный, за это достаю. Я положу черный вот. Давай ты. Окей, да, это просто попробуй. Это просто была борода. А мы сейчас ударим просто вот тут. Раз. И он покатился. Сейчас мы, наверное, покатим синий. Аккуратненько. Потихонечку. Закатили. Так, сейчас вот, наверное, 13 розовый. Розовый? Пью! Закату. Так. Мне уже даже не надо играть. Да, просто. Ты уже можешь идти готовиться ко сну. Так, сейчас синий. Двоечка. Блин, есть. Сорвалось, наконец-то и я не ударил. Ну, есть возможность у тебя забить хоть один шарик. Да, сегодня Антон не в ударе. Ты хоть забивал, чтобы доставать? Нет. Достаем один на поле. Сашка выставляет. Саш, надо аккуратнее выставлять, чтобы шарики не разлетали. Так вот, интересно, Саша выставил, я пробиваю. И сколько мы раундов проиграем? 4? А? 4 раунда? Не, давай сыграем в это, потом немножко сыграем в теннис. Окей. Да, что-то сегодня Антоша наш не в ударе. Не в ударе сегодня наш Антон. Я разбил не лучшим образом, да? Ну давай. Забей. Антоша сделал мне подставку. Да, можно на его думать. Но я поиграю пойдет. В тот. Саша даже спасибо. Где? Давай. Я хочу синий ударить, но. Он сам так, ладно, я все разберу. Где сейчас? Себя. Сейчас. Ой. Достаем по одному. Я хочу там его положить.
там у тебя? Mm-hmm. Оригинал, очень оригинал. Давай забьем зеленый. Раз. Синий сам закатился. А, тогда положи его хотя бы больше, а там его. Так, сейчас забьем розовый. Два. Ну, он Антошка, дорогой, извини, придется. Ой, я надеюсь, что он закончит. Ой, надеюсь, что ты закончишь. И точно, чтобы белый мяч не закатил. Синий. Так, ну, можно до безобразия долго забивать черный. Можно не забивать. Ну давай пару раз еще ударим. И пойдем лупить теннис. Окей, да, я. Да, дорогой, что-то у тебя идет сегодня как-то слабо. Очень. Давай я попробую его забить. Смотрите, как он. Есть. Ой, зайка, Сашка, что ж ты кашляешь? Ну, вот как-то, короче, мы сыграли в бильярд по-быстрому. И сейчас немножко поиграем в теннис. Чтобы поиграть в теннис, надо на бильярд. Положить, это такой мальчик. Положить теннис. Так, подожди, а мы его накинем? О, да, мы накинем. Надо его достать. И, нет, они не могут здесь лежать. Вот. Оп. Так, натягиваем. Такой мячик красивый. Натягиваем сетку. Где наша сетка? Я же сказал, где. Что? Там вот такая метка. Оттягиваем сетку. Что? Где еще одна палочка? Еще одна палочка. И да вот. Так. Ну я пока кто на какой стороне. А, да, тогда. Тогда нам надо положить лучше. Будь здоров. Картриджную. Посередине. Что? Ну тогда нам камеру лучше посередине. Да, нам камеру нужно как-то поставить по-другому. А, ты наша камера сейчас не включена, да? Или включена? Я не выключала. Надо было выключить. Так, вот так вот нужно нажать. Ну, камера записывает. Все, сейчас мы ставим камеру вот так. Ребята, мы вас перенесли вместе с камерой. Сейчас вы будете наблюдать за нами сбоку. Потому что кто-то должен стоять с другого боку. Так, вот это теннисный стол. Он, конечно, очень маленький. Но все равно очень. К нему надо приноровиться. Вот, мы уже как-то, ну... Давно играли. Давно мы играли, ну, немножко... Такие, чуть-чуть профессионально. Чуть-чуть подзабыли, но, в принципе, видите, попадаем в стол. Вот, о, как-то так. Сразу, когда мы играли, когда только начали играть, вообще не получалось, потому что очень маленький стол. И надо почувствовать границы. Оп! О, блин! Как-то вот так. Вот. Потом мы приноровились, но потом что-то мы это дело немножко забросили. Ну вот как-то так. Иногда рукой, иногда слета. А, блин. Такой веселый. Домашний настольный теннис. А представь, здесь было 4, и потом мы двумя руками так подшутили. Окей. Я уже здесь затупил. Сейчас. Давай. Здорово, Катерина, ты зачихаешь нам все видео, блин. Извини. О, блин. О, блин. Мне хочется только просто, когда они ударяют, оно ударяется. Потом оно очень тихо. Катарина, зайка, зачихала весь монитор. Посмотри, если сходи. Я буду играть, когда он секретом, окей? Окей, сейчас. А какой ты хочешь, самая первая? Самая первая. Оп! Нет! Это было бы так эпик, блин. Вот такие бывают халявы, которые называются сопли земля. Опять? Ну, в общем, вот так вот можно резко играть. Еще мы хотим ракетки поменять, потому что, ну, взять нормальные теннисные ракетки, тогда будет проще играть, потому что эти очень жесткие, и ими невозможно ни подкрутить, ни мягенько ударить, ничего.
Вот мы купим простые ракетки теннисные для нормального тенниса настольного, не детские. Катерина Казаки, это можно сделать в туалете? Нет. Я просто стрельну. Ты некрасиво шутишь. Как они делают? Они вот так ударяют? Надо ракетку получше. Mm-hmm. Тогда ты сможешь ей подкручивать. А так это очень тоненькое. Оп. И не стой над столом, стой за столом. Вот. Mm-hmm. Вот, вот так классно. Вот так вот, понял? Ага. Типа они как-то... Да. Если было бы чуть-чуть... Нет, ты не бей в стол. Я знаю. Мне интересно попробовать. Так попробуешь, это же надо, потренируемся и научишься. Вот. Ну вот такой вот маленький чемпионат по теннису. Соба, как ехать? Саша. Не пошло. Не стой над столом. Если надо ударить около сетки, надо дотянуться. Хорошо. Видишь? Надо стоять посередине стола, зайка. А вообще мы ходим в LA Fitness и на теннисные корты, и там практикуем большой теннис. Я в свое время занимался. Ну, видишь, как хорошо, ты молодец. Занимался большим теннисом. Вот. И в качестве спорта я приобщаю деток тоже. Мы ходим и играем в большой теннис. Это абсолютно недорого. Недорого почему? Потому что корты бесплатно. А теннисные ракетки, если покупать новую в магазине, то можно купить за 20-30 долларов. А если не покупать новую, то можно купить за 3, за 4, за 5 долларов. Вот. Три мячика тоже доллар стоит. Вот и получается, чтобы начать играть в большой теннис на улице, на корте, надо... Для двоих человек 10 долларов на ракетку, доллар на мячик, чеки на 3 мячика и кроссовки у всех есть. Поэтому получается цена вопроса 11 долларов. Поэтому заниматься спортом доступно даже таким. Вот. Ну ладно, не будем, наверное, вас утомлять своим профессиональным настольным теннисом. Стоп. Давай им тоже еще покажем, какой у нас есть. Какой у нас есть еще аэрохоккей. Так, сейчас придется убрать эти штуки. Так. Ки убираем. И вовнутрь игрового поля бильярда мы просто ложим наше хоккейное поле. Оно вообще видно? Вот оно видно. Так. И потом давай сделаем такое, чтобы если ты вот так дойдешь, то это не можешь или как? Не знаю. В общем, смысл такой. Пиу-пиу. Оно, конечно, не так хорошо бегает, как те, которые в торговых центрах подключаются. Там они какие-то воздушные подушки, электростатички, там, или что, как он работает. Но, тем не менее, вот так вот подвигать руками, погонять калории вполне. Поразвлекаться. Вот это здесь можно делать, чтобы сделать. Нет, это счет. А, это счет. Это счет. Ой, я не заметил, окей, типа тогда я не заметил. Так. Потом надо кнопку типа. Ну, в общем, как по мне, так это не самая моя любимая игра. Но иногда даже получалось забить. Оп, случайно затолкали. Один. Забили. Да, просто надо, что играем, покажем. Окей. Ничего себе, шайба вылетела. Оно вот так крутилось. Да. Есть. Вот так вот забил серьезный натуральный гол. А это мне интересно, можно закрутить? Ну, можно... Но вряд ли. В общем, для меня, кроме хоккея, все игры любимые. Ну, хоккей так себе, попихать.
Он немножко, конечно, такой так себе, на мой взгляд. Два? Что-то я забиваюсь. Это... Красавчик. Я уже начинаю любить эту игру. Вот у меня вот так проел. Я уже начинаю любить ее и забивать. А ты что? Ага, нет. 2-1 или 3-1, а Тошка тоже забил. Ты имеешь 4-1. Да, тот первый не считаем, он такой какой-то стрёмный был. Если бы намазать чем-нибудь, сразила наше. Ну давай. Ну, а что это намазать? Если намажем, то эти вот эти вот тогда будут стирать эту намазку. Ну, короче, вот такой прикольный хоккей. Очень энергичный. Надо было поставить режим спорта на часах и посмотреть, что мы. Отлично. 5-1, 4-1. Как-то вот так. Я думал, что даже не получится забивать. Как-то мы играли, не получалось у нас забивать. Но мы в хоккей меньше всего играем. Мы больше всего играем в теннис, в бильярд, потом в футбол. Хоккей так порежу. Есть. Ну, вот такой был маленький спортивный влог, ребята. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях. Мы будем устраивать чемпионаты между старшими и между младшими. Вы были на канале It's My Life. Скажем так, игры, в которые можно поиграть, кроме... Вернее, во что можно поиграть в выходной вечером, кроме как в приставку, планшет или телефон. Оказывается, можно еще во что-то поиграть. До встречи, канал It's My Life. Бай-бай! Кстати, тут устали зла. It's my life, it's my life, my brother. It's my life, it's my life, my brother. It's my life, set me free, so you bet, so you lie. What you see?